В Дагестан с рабочим визитом прибыл генеральный директор Росреестра Александр Широкорат. Гость встретился с коллективом кадастровой палаты. На совещании обсуждали актуальные вопросы в сфере кадастрового учета, изменения в законодательстве, которые предстоят в ведомстве со следующего года, и говорили о необходимости подготовить к этому времени техническую базу. Речь идет о том, что со следующего года предполагается работа в едином информационном пространстве региональных филиалов и главного управления Росреестра. Также руководитель ведомство наградил лучших сотрудников. В целом о работе дагестанского филиала гость отозвался положительно. Считаю, что южный регион наиболее не сложный, а значимый для того, чтобы выстроить правильную работу филиалов. Государственные услуги оказывались полноценно, емко, всеобъемлюще.